Здравствуйте, друзья! Сегодня я вам хочу показать место съемок эпизода нашего любимого фильма «Спортлото 82». Это когда Михаил Кокшенов торговал апельсинами. Находится это место на центральном рынке города Феодосии. Помните сценку, когда он так весело торговал своими апельсинами? Кому апельсинчики, кому витаминчики. И к нему подошел дедушка, спросил, сколько стоит. Он сказал 1 рубль. Дедушка попросил 3 килограмма, но с удивлением узнал, что это 1 рубль стоит 1 апельсин. Ну, сейчас уже обстановка немного с ценами поменялась. Вот апельсины стоят 150 рублей килограмм. Ну, немного перестроился рынок, расширился. Вот такой вот наш замечательный крымский феодосийский центральный рынок. В принципе, все так же осталось. Торгуют фруктами, овощами. Конкретное место, именно где он стоял, торговал, я так и не смог найти, потому что на заднем фоне, если смотреть эпизод фильма, то там виднеется магазин, хозяйственный магазин. А сейчас я его не нашел. Спасибо вам за просмотр, друзья. Желаю всем здоровья, счастья и добра. До свидания.